Доброе утро, друзья. Зима полностью вошла в свои права. Это значит, что за окном стало холоднее. И поэтому предлагаю сегодня приготовить такое теплое согревающее блюдо. Сегодня будем готовить пудинг с хурмой. Нам понадобится две хурмы. Нам нужна только мякоть. Кстати, это блюдо является традиционным рождественским лакомством во многих странах. Тем более, что и у нас скоро наступит Новый год, а наши друзья, сеть магазинов «Амби» и «Квартал» уже готовы порадовать своих покупателей. С 16 по 26 декабря покупайте продукты в магазинах сети «Амби» и «Квартал». Свыше 2500 рублей вы гарантированно получите новогодний подарок. Кстати, в мире насчитывают от 200 до 500 разновидностей хурмы. Итак, хурму мы порезали на небольшие кусочки. Будем отправлять это все в блендер. Все мы знаем, что недозрелая хурма обладает вяжущим вкусом. Для того, чтобы от него избавиться, просто отправьте хурму в морозилку, хорошенько ее заморозьте, и после того, как она оттает, этот вкус уйдет. Мельчим очень мелко до образования однородной массы. Итак, в массу добавляем 2 яйца. Кстати, тем, кто следит за своей фигурой, советую не переживать, так как хурма достаточно диетический продукт. Еще нам понадобится 60 грамм масла. Теперь нам понадобится немного соды, примерно пол чайной ложки. Добавим 3 ложки сахара. Примерно 100 грамм муки, мы ее заранее просеяли. 100-110 миллилитров молока. Для пряности добавим немного специй. Я возьму корицу молотую, примерно 1 чайную ложку. И еще немного мускатного ореха. Немного соли и перца. Дальше смешиваем все ингредиенты. Кстати, в Англии традиционно пудинг готовят за несколько недель до Рождества и подают в первый день праздника. Итак, смесь для пудинга готова. Теперь нам понадобится форма для выпекания. Ее мы смажем сливочным маслом. И теперь последний штрих. Нам понадобится горсть миндаля. Миндаль крупно рубим ножом и будем добавлять в тесто. Поливаем часть теста, посыпаем миндалем и добавляем оставшуюся часть теста. Итак, отправляем пудинг в духовку, заранее разогретую, до 180 градусов, примерно на 50 минут. Наконец-то пудинг готов, стоит замечательный аромат здесь. Итак, пудинг готов, отличный запах, подрумянилась корочка. А я напоминаю вам, что каждое утро это новые эмоции и настроение. А если вы проводите свое время на такой красивой кухне, как Джули Новос, вкусно завтракаете и думаете о хорошем, то ваш день обязательно сложится хорошо. Я желаю вам приятного аппетита, обязательно завтракайте и хорошего вам дня. Для приготовления пудинга из хурмы вам потребуется спелая хурма, 2 яйца, 60 граммов сливочного масла, 110 миллилитров молока, 100 граммов муки, 80 граммов сахара, половина чайной ложки пищевой соды, соль, корица, мускатный орех, имбирь, перец, сливки для украшения, грецкий орех.